О простуженных людях парижских кварталов, неотапливаемых комнатах и романтических отношениях, которые внезапно обрываются, напоминает французский дух, красивейшая музыка наследника Джузеппе Верди Джакомо Пуччини и слезы, которые не могут не капнуть на надушенные руки или подол платья. Концертное исполнение уравнивает меломанов и любителей покопаться в телефонах на протяжении двух действий, изредка взглянув на чувственные баталии. Не зря ведь придумывают новые модели телефонов и гиалуроновую кислоту, способные приблизить к такому понятию, как богема. Но она отнюдь не та. Я обожаю здесь все. Тут и романтика, есть возможность покомиковать в пении с партнерами, здесь и высокая трагедия. В общем, здесь собрано много всего. Египетский тенор Рага Эль-Син Морси пел на прошлом фестивале в Трубадоре, теперь закрепляет свой успех в дуэтах с чувственной и нежной Гульнорой Гатиной, с которой пел оперу в Италии. Он проникся духом композитора, побывав и в его доме-музее. В Париже интересно, но в Казани не хуже. Столько снега, и это тоже здорово. Итальянский маэстро Марко Боэми сотрудничает с Татарстанской оперой уже 19 лет и визуально почти не меняется. И это хорошо. Очевидное подтверждение тому и многолетнее увлечение экстремальными путешествиями и покорением горных вершин. Во время фестивальных вечеров можно узнать немало интересного. Например, исполнительница роли Мюзетта Евгения Афанасьева, оказывается, никогда не была в Париже, хотя уже многие годы исполняет одну из блистательных дам полусвета столицы столиц. Ни разу не был в Париже и автор богемы Джакомо Пуччини, но музыка, звучащая в игровых моментах и незабываемых дуэтах и комических выходах, стирает все границы. Ты специально одета маечка, чтобы придать парижскую лоску, скажем так, напомнить об этом или нет? Эдуард, конечно же, это надето совершенно случайно, но случайности все не случайны, поэтому да, Джоконда сегодня это как символ Парижа. Люди говорят, о, это моя любимая опера. Или певцы говорят, о, это моя любимая опера. И я очень уважаю свою героиню. И, конечно же, не считаю ее женщиной с низкой социальной ответственностью. Считаю ее человеком очень добрым и глубоким. Ну, это в такие обстоятельства мы все поставлены. Надо как-то жить. Впереди трубадур, от которого волосы поначалу встают дыбом. В общем, все они умерли. И такое бывает, когда наши представления о рафинированной красоте возьмут да и разобьются на мелкие осколки. Холодно на дворе. Дмитрий Пивоваров, Дмитрий Рыженко, а также Андрей Гусев. Телеканал «Эфир».